Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy. Мы с вами продолжаем играть в Туалет Tower Defense. Здесь у нас вышло новое обновление. Я, ребят, смотрите, подкопил себе монетки. Плюс, ребята, я подкопил себе турки крейты. Вы посмотрите, сколько много. И давайте мы, кстати, заберем VIP-награду. Здесь у нас сейчас есть VIP-награда. Смотрите, мне дают Coin Boost плюс 20 гемов каждые 4 часа. То есть, ребята, VIP-ка уже стала достаточно выгодным приобретением. Ну и сегодня, ребята, мы с вами посмотрим, что же там за новые туалеты у нас появились. И, ребята, попытаемся получить апгрейдед Титан Синема Мэна, которого у меня, кстати, до сих пор нет. Ну что, кстати, я, ребята, еще себе приобрел вот такого вот юнита новенького, ребята. Это у нас новая эксклюзивка. Так, где она? Так, что-то я ее не вижу тут у нас в инвентаре. Походу, где-то он внизу, наверное, да? Так, что-то я не понимаю, ребят, где он? Я его экипировал, но не пойму, где он. Видимо, я его где-то пропустил, ребята, где-то вот здесь. Вот он, да, ребят, Shield Cameraman. Сейчас посмотрим, что он умеет. 30 тысяч, кстати, экземпляров уже, 30 тысяч купили, обалдеть. Ну и давайте мы сначала, наверное, ребята, сделаем себе вот таким вот образом удачу. И на 30 минут, ребята, у нас есть удачка. Давайте посмотрим, смогу ли я получить апгрейды Титана Синема Мэна. Давайте вот так вот мы с вами будем эпики тоже удалять, ребята, и посмотрим. Погнали, давайте, ребята, смотреть. Может быть, мы с вами, так, хотя бы мифики понавыбиваем, да? Тут, кстати, мифик у нас глич камерамен. Не очень такой, конечно, мифик, да, получается? Так, эпик, тут нам хеликоптер выпадает, ребята. Еще дофига хеликоптеров, которые мы, само собой, удаляем. И давайте посмотрим. Мне кажется, гличи выпадут, ребят. Скорее всего, 100%, я думаю, они мне выпадут. Хотя бы один или два, ребят. Ну, за 20 тысяч-то коинов, это, конечно, я думаю, будет неплохо. Если парочку нам хотя бы мификов обычных выпадет, да? Тут все-таки 0,4%. Ну, конечно, апгрейдят, ребята, очень маленький шанс. Я уже не знаю, сколько я потратил коинов, ребят. Ну, реально, огромное количество. И ни разу мне еще не выпал, ребята, апгрейдят. Ну, ладно, давайте будем, конечно же, надеяться на это. Кстати, вот легендарочка, мех выпадает, мехи. И если что, вот эти легендарочки я буду раздавать среди своих подписчиков. Так что, ребята, не пропустите обязательно, заходите в наш Discord сервер. Если будет какая-то раздача, обязательно об этом сообщу. Так что, ребята, ну, давайте попробуем выбить хотя бы как можно больше легендарок. Ну, пока, смотрите, пока реально ничего. Ну, ладно, вот лего, окей. Буду легендарки считать как дополнительный слот для моих подписчиков. Для моих подписчиков награда. Да? Ну, у кого, ребят, просто многие из вас как бы уже крутые, да, а кто-то вообще вот только начинает, и поэтому легендарка для них будет достаточно крутым приобретением, поэтому, ребята, это, конечно, я думаю, будет круто. Кстати, смотрите, ребят, ни одного мифика мне не выпало. Сколько я здесь открываю, смотрите, ребят, ни одного мифика, обычного даже, ребят. Ну да, глич камерамен, ребят, походу нам не светит, да, мы его, походу, не увидим, ребят. Ну, давай, хотя бы один. Жесть, ребят, 6 тысяч остается, и мы с вами, ну, давайте продолжаем тогда вот таким вот образом открывать. И что-то пока вообще, ребята, очень все плохо. Кстати, ребята, мой любимый юнит сейчас это шеф. Шеф, ребята, нереально крутой. Я вам сейчас покажу, насколько он крут, потому что я не думал, что шеф, ребята, так будет круто себя показывать. Это нереальный просто юнит какой-то, ребят. Ну давайте, ладно, раз уж на то пошло, у нас время-то еще есть, да? Давайте я, ребят, задоначу. Вот так вот, 20 тысяч, 2,5 тысячи робаксов мы с вами донатим. Ну, чтобы посмотреть. Ну, хотя бы этот глич. Реально, ребят, ни одного глича даже не выпало. Это жестко, ребят. Ну ладно, давайте будем открывать дальше. Я, конечно, надеялся хотя бы на парочку обычных мификов, потому что в прошлом видео, ребят, нам выпадали эти мифики, ну а сейчас что-то какая-то беда прям. Прям вообще супер стрёмненько, ребят. О, что-то зависло, я думал, сейчас нам выпадет апгрейдед. Ну, ага, конечно. Если апгрейдед выпадет, ребят, у нас будет ачивочка. Поэтому пока ачивочкой не пахнет. Ну ладно, зато легендарик, ребят, сейчас нам выбиваем. Окей, ребята, давайте вот таким вот образом. Сейчас тогда открываем. Ну, я уже не верю, ребят. Просто сейчас быстренько дооткрываю. И мы с вами пойдем тестировать нового юнита. Кстати, вот я не знаю, ребят, открывать мне вот эти вот сундучки, которые у меня есть, ребят, или нет. Я, кстати, думал, уже ивент пропадет этот. А он, оказывается, еще, ребята, не пропадет какое-то время. Поэтому шеф, ребята, станет еще дешевле, чем я его купил. Поэтому, ребята, это, конечно, печальненько. Ну, я не знаю, ребят. Что-то какой-то прям день невезения сегодня, смотрите.
Вообще, сколько? 40 тысяч, даже больше я уж потратил по-любому. Я уже 50 тысяч по-любому, ребят, коинов потратил. И пока ничего вообще, смотрите, вообще ноль. Да, ребятушки, я не ожидал такого. Я хотя бы думал, хоть нам мифик какой-нибудь выпадет. Ну, один, да? Один или два обычных. А апгрейдов, ребята, до сих пор вообще... О, зато смотрите, тун-тун-тун, три леги нам выпало. Неплохо. Ну, леги, конечно, можно тоже удалять, но я их не буду удалять, ребят. Ну, короче, вот так как-то. Давайте сейчас посмотрим наш инвентарь. У меня тут легендарок, наверное. Смотрите, ребята, легендарок-то сколько навыпадало нам. Так, ну и я вот не знаю, ребят, открывать нам вот эти турки-крейты или нет. Давайте я их открою, ребят. Мне очень интересно все-таки. Давайте, погнали. Может быть, с турки-крейтом мне повезет. Ну что, ребят, давайте будем открывать турки-крейты. Окей, 10 штук берем и... Пау! Да уж, ребята, турки-крейт что-то тоже пока не радует. Окей, открываем еще 10. Бау! Легендарочка. Ладно, давайте открываем еще 10. Ну, самый крутой у шеф, и я хочу шефа. Бам! Легендарка, ребята, нам снова выпала. У нас две леги. Так, ну и открываем по одному, получается. Эпик. Открываем еще эпик. Открываем еще, ребята, ну-ка. Эпик. И, походу нам... Рарка выпала, ну окей. И пяу, снова эпик, ребят. Ну реально, сегодня вообще невезучий выпуск. Я в шоке, ребята. Просто столько копил, и в итоге, ребята, ничего из этого не получил. Но зато я вам сейчас покажу, как я быстро прохожу, ребята, Турки Таун. Давайте мы с вами вот сюда сейчас пройдем. Вот сюда проходим и начинаем нашу битву. Ну что, когда начинаем игру, ребята, мы с вами ставим... Так, давайте я вот здесь, наверное, буду ставить вот так вот. Оп. Ставим автоскип, ребята. На автоскипе сейчас вообще моментально мы с вами пройдем. Надеюсь, вам, ребята, не слышно то, что у меня тут соседи буянят. Продолжаем ставить, ребята. Вот эту первую волну можем вообще смело пропускать. Сейчас поставим третий, потом четвертый. Ну, а потом мы с вами будем ставить уже стеночку. Вот, смотрите, у нас здесь ребятки проходят. Ну, кстати, ладно, давайте я вот здесь сейчас поставлю. Вот так вот. Я вот здесь ставлю стеночку. Она сейчас не пропустит вот этих вот маленьких ребят. Смотрите, они пэм-пэм-пэм. Сейчас будут ударяться. Ну, а вот на этих уже надо будет, конечно же, усилиться. Так, у нас три есть. Нам надо еще поставить две. Так, ставим раз. И давайте ставим два. Они еще пока дойдут до нас тут. Так, давайте вот здесь вот второй поставим. Так, надо как-то вот здесь. А, вот так вот. Все, ребят, отлично. Тыквы мы с вами поставили. Теперь надо будет сейчас апгрейдить сразу же вот этого нашего ученого на два, ребят. Раз, два, апгрейднули. Все, 10 тысяч жизней. Пятая волна. Все у нас пока шикарно, ребят. Тут как бы 10 тысяч сейчас никто вообще пока не должен проходить. Я, кстати, одной стенкой только пользуюсь, ребят. И шеф нереально жесткий, ребят. Шеф обалденный просто. Это мой любимый мифик сейчас, ребят, потому что, ну, я даже не знаю. Давайте мы, так, здесь, наверное, апгрейдить не будем. Мы сейчас апгрейдим, ребята, наши тыковки по максимуму. Вот так вот на 250, 250 и еще раз 250. Вот, видите, все сразу. И теперь вот уже можно будет сейчас, ребята, нам с вами апгрейдить Science ученого. Берем вот так 600, отлично. И вот здесь вот сейчас ставим мы с вами шефа на подмогу. Пусть помогает и потихонечку расстреливает. Сейчас на 400 его усилим, ребят, чтобы он побольше урон наносил. А так он, конечно, очень жесткий, ребят. Мне он очень нравится. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Ну, думаю, что многие из вас уже в курсе, как он действует, ребят. Поэтому для вас это не будет какая-то новинка. Так, ну-ка, давайте-ка мы с вами продолжаем. Наверное, так, Пампкин Фермы. Да, ребят, Пампкин Фермы пока усиляем. И сейчас уже надо будет на 1500 нам с вами усилить нашего ученого, потому что он уже серьезненький, ребятка, у нас 25 тысяч всего лишь. Так, вот сейчас мы с вами усилим нашего ученого, ребят. Так, у меня тут этот спит. Ты что, это не спи, не спи. Вот так берем, все, усиляем, 50 тысяч стенка, ребят. И все супер у нас идет пока. Давайте мы с вами здесь вот медика поставим. Вот так вот рядышком. Оп. Все, пусть медик, если что, будет. Я, кстати, ребят, пробовал и камеру, и медика. Медик все-таки получше. Потому что их можно два ставить. И они по очереди будут будить. Поэтому, ребята, все-таки вот такие вот дела. Давайте мы здесь вот сейчас вот так тоже усилим. Так, отличненько. Тут как бы пока все окей. Можно сейчас нам будет шефа, ребят, усилить.
Но, наверное, я пока шефа не буду усилять. Я хочу вот здесь вот на максимум усилить. Вот так, бам-бам-бам. Сейчас нам надо будет с вами усилять уже на 3000 нашего ученого, ребята. Самое главное, сейчас апгрейнуть, ребята, нашего ученого на самый максимум. 6000, и вообще все будет супер шикарно. Поэтому, ребята, давайте мы сейчас с вами этим и займемся. Так, 2000 у нас есть. Можно, в принципе, апгрейнуть вот здесь. Но, наверное, я, ребят, сейчас сначала 3000 накоплю. Давайте накопим 3000. И там уже потом тыковки мы с вами в любом случае успеем апгрейднуть. Поэтому вот так берем. Все, 3000 теперь без проблем. Можно вот здесь вот переходить к апгрейду тыковок, ребят. Так, 1500. Не знаю, успеем накопить мы или нет. Сейчас мы с вами это узнаем. Скорее всего, нет. Поэтому давайте, хотя, может быть, даже и успеем. Ладно, давайте вот здесь вот так. Оп, оп. Апгрейднули и вот эту тыковку, ребят. Все, теперь у нас 1500. Можем апгрейдить еще одну на максимум, ребят. Все, шикарненько. Ну, вот этого, кстати, можно поставить, ребят. Давайте посмотрим, что он делает. Как я понимаю, он вообще не усыпляется, ребят. Поэтому у него в руках вот такой вот щит. Он им защищается. Давайте, кстати, на 300 его попробуем усилить. Вот так у нас будет стоять как щит здесь. Так, 2000 у нас есть. Но этого... мне кажется, мало, да? Для того, чтобы уж само собой усилить нашего ученого. Короче, давайте сейчас будем копить на усиление ученого. Потому что там у нас жирненькие уже идут, ребят. И нам надо сейчас 3000 накопить, чтобы апгрейднуть. Так, 1500 остается, ребят, накопить. Ну ничего, сейчас накопим. Потом уже займемся до улучшения наших тыковок. Сейчас самое главное, конечно же, стенку, ребят, усилить. А потом уже вот тут, потому что, смотрите, какие жирные идут. Надеюсь, они не пройдут, ребят. Потому что что-то прям вообще, смотри, какие жирные. Смотри, какие жирные. Так, отличненько, ребят. Все, прям тютелька в тютельку мы с вами апгрейднулись. Так, здесь вот так вот на 750 усиляем. Ну и сейчас нам надо... Так, давайте вот этого. Так, ага, тут они все спят. Давайте, бам, все отлично, ребята. Сейчас будем усилять дальше нашего шефа. Стенка у нас теперь апгрейднутая, ребята. Это все очень круто. Так, давайте будем приступать. Раз апгрейд, и сейчас второй апгрейд сделаем. И вообще будет все шикарно, ребят. Так, ну давайте на 1000 шефа сделаем. Потому что шеф, все-таки, смотрите, какой у него радиус. Он очень много бьет, ребята. У него урон, конечно, нереально крутой. Надо было, кстати, шилда поставить, наверное, вот здесь поближе, чтобы он на себя агрил. Ну ладно, сейчас посмотрим. Так, давайте все-таки теперь на максимум апгрейдим. Все, чтобы на тыковке нам с вами не отвлекаться. Так, бам-бам-бам, все отлично, ребят. Теперь у нас тыквы на максимум. Теперь мы будем заниматься апгрейдом нашего шефа, ребят. Так, ну и, конечно же, тут нам надо медика будет потихонечку усилять, ребят. Так, апгрейдим дальше шефа. Теперь шеф, ребят, у нас наносит еще больше урона. И будем потихонечку вот здесь вот увеличивать наших шефов, чтобы они рядышком вот так друг с другом стояли. Так, давай-давай вот так вот. Ну, ребят, знаете, Corrupted мне настолько не нравился, как шеф. Шеф очень крутой, ребят. Он бьет, во-первых, по всем сразу, да, и это очень мощно. Очень мощный урон, ребята, и он, ну, смотрите, я все сейчас на автоскипе просто пройду чисто шефами. Это, конечно, мощно. Так, давайте вот это попробуем апгрейднуть, ребят. Шилд, камера. Так, у него, кстати, получается, радиус увеличится, да? Так, давайте так, пам, пам. О, ну нифига себе, по 4000 урона бьет, ребят, неплохо. Так, тут у нас... Вот, давайте сейчас накопим на нашего шефа. 8500, ребят, надо, чтобы увеличить его на самый максимум, ребят. Поэтому давайте мы сейчас с вами этим и займемся. Так, 4000 у нас есть, этого мало, надо больше, ребята. Так, давайте-ка я чуть-чуть звук прибавлю. И погнали дальше, ребят. Смотрите, тут вообще вон с лоу хп, с маленькими жизнями вообще доходит. И... я думаю, ну, до сюда вообще они не будут доходить в будущем, ребят. Сейчас мы с вами наставим шефов, и это будет вообще супер жесткая фигня. Сейчас мы с вами все сделаем. И давайте, мне чуть-чуть не хватает всего лишь. Вот так вот я апгрейжу. И сейчас нам надо будет с вами апгрейдить второго, ребят. Второго мы апгрейдим. Так, и надо бы не забывать про медика, ребят. Давайте медика вот так апгрейдим. И вот здесь вот я где-нибудь поставлю, ребят, второго рядышком. Так, тоже апгрейдну. И, ребята, нам надо будет сейчас его тоже на 4 уровень апгрейднуть, потому что, ну, все-таки кулдаун у него будет 1 секунда, и он будет намного чаще. Самые опасные волны, ребят, 48, 49, 50. Поэтому вот до этих волн нам надо будет с вами прокачать медиков, потому что там уж очень часто они усыпляют. Так, апгрейдим.
Апгрейдим. Вот этого, кстати, шилда, я не знаю, апгрейдить или нет, ребят. В принципе, у него урон хороший, давайте попробуем. У него 5-10 тысяч урона в секунду, ребят. Смотри, какой щит у него крутой. Ну, не знаю, я пока не увидел прям какой-то сильной защиты от него, ребят. Может быть, как-то он в другом, конечно, проявится, да, в другой тактике, а не вот в такой вот в моей. Смотрите, я сейчас так наставлю, и будут просто у нас шефы закидывать всех, ребят. Ну, в принципе, ладно, пусть здесь стоит. И сейчас посмотрим, ребят. Так, я вот здесь сейчас буду ставить везде шефов, ребят. Так, давайте вот здесь сейчас шефа мы с вами поставим. Сейчас надо максимум шефов наставить. Так, вот здесь шеф поставим. Так, нет, здесь не ставится. Давай вот здесь поставим. Вот здесь поставим рядышком. Так, 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 нет, здесь не ставится. Так, ну ладно, окей. Сейчас давайте сначала мы апгрейдим те, которые есть. Чуть остается, да, еще второго. Сейчас будет у нас уже на максимум. 30-я волна почти. И у нас уже два шефа прокачаны на максимум. Так, ну... И потом я, наверное, медиком, ребят, займусь. Медика тоже надо все-таки прокачать. Так, давай, 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 давай. Бам, все отлично. Теперь, ребят, одного медика я прокачаю на максимум 4000. Тут у нас, смотрите, ребят, ну они просто не доходят. Все просто закидывается пирожками. И это жестко. Смотрите, вон они идут. Все пирожками закидывается, ребят, смотрите. И просто они лопаются все. Так, медика. Все, мы с вами апнули медика. Теперь давайте будем приступать к следующим нашим шефам. Вот так вот по чуть-чуть я их апгрейдну всех. Так, давайте вот здесь еще одного поставим. Так, могу его здесь поставить? Ну, вроде могу. О, отлично. Давайте так апгрейд делаем. Ну, смотрите, ребят, вот это у нас пусть будет щитоводец. Будет защищать наших шефов. В принципе, вроде как он справляется. Если его, ребят, усыпляют, то он наносит какой-то там хороший урон, ребят. Что-то 25%, что ли, от жизни. То есть, ребята, вот так вот. Такс, тут у нас пока все окей. Это с этим мы тоже справляемся, ребят. 4000, кстати, у нас. Давайте вот этого мы с вами начнем апгрейдить первого. 33-я волна. Все вообще без проблем, ребята. Все они лопаются, смотрите. Выходят, лопаются, выходят, лопаются. И, ребята, я даже с Корруптедом не мог пройти. Ну как, мог пройти, да, но не с автоскипом. С автоскипом я только мог пройти с апгрейдом титаном, ребят. Ну и то это было дольше. То есть, вот с шефами, ребята, намного проще и легче. Я не знаю, почему так, но они просто так дамажат. Они дамажат, смотрите, ребят, получается, всех захватывают в радиусе, которым наносится урон. И смотрите, они все лопаются. Это очень крутой, ребята, юнит. И я его не буду никогда обменивать. Это нереально классный юнит. Я даже немножко, конечно, расстроился, то, что, ребят, у нас обмен произошел не такой хороший, как я хотел, да? То есть я Корруптеда на гемы, ребят, кто смотрел видео, поменял. Но зато я приобрел этого шефа, и он нереально классный, ребят. И я буду чисто им играть. Это я даже очень как бы рад тому, что я познакомился с этим шефом. И теперь, ребят, это мой любимый юнит. Так, давайте вот здесь вот так апгрейдим. Так, тут у нас медик, да? Медика бы тоже сейчас уже апгрейднуть, чтобы не отвлекаться на него. Поэтому давайте сейчас этим и займемся, сделаем это. Смотрите, ребят, ну они просто идут и лопаются все. Так, апгрейднули мы с вами последнего медика. И теперь будем апгрейдить наших шефов, ребят. Все, тут как бы больше нечем заниматься. Мы с вами вот так вот выставляем просто шефов. Так, вот так вот. Вот, еще одного шефа, ребят, поставил. Все, шефов сейчас наставим. Все, это победная будет. Так, где у нас? Вот, все, так, надо 8500 накопить. Ну, эти пусть, ребят, ракетки пролетают. Мне как бы на них все равно, они вот здесь по-любому не пройдут. Тут, смотрите, ну даже они до сюда не дошли, да, смотрите, они тоже все полопались. Сейчас посмотрим, ребят. В самом конце, вот в самых последних волнах, только на автоскипе, они доходят где-то вот до сюда, ребят. Потому что, ну, усыпление очень жесткое. Очень жесткое усыпление. Если бы они так не усыпляли, то, я думаю, раньше бы мы справились. Поэтому, ребят, сейчас посмотрим. Ну, смотрите, просто со всеми справляются. Ну, щитоводец реально крутой, ребят, смотрите. Сейчас можно даже будет попробовать поставить еще одного щитоводца, чтобы он на себя брал все усыпления. Вот это, конечно, да, прикольная тактика, но я не уверен, что она прям будет действовать всегда. Потому что есть же у нас скибиди-туалеты, которые абсолютно сразу всех, ребят, станят и усыпляют. Так, апгрейднули еще одного, ребята. У нас уже сколько там на максимум-то, обалдеть. Почти всех прокачал, еще один остался, да, у меня, которого я поставил. Да, ребят, вот он.
Давайте мы с вами приступим. Вот так вот его мы с вами усиляем. В принципе, нормально. 41-я волна, ребят, 13,5 минут. В общем, где-то я за 17-18 минут, ребят, прохожу. Вот так вот на автоскипе. То есть, вообще без проблем мы с вами сейчас пройдем эту карту. Я, кстати, думал, то, что ее уберут уже, ребят. Но так как ее не убрали, можно смело фармить здесь коины и, конечно же, сундучки, ребят. Сундучки, потому что они потом исчезнут. И, ребята, шеф будет тоже лимитным юнитом. И он будет, наверное, дороже, ребят. Но уже сейчас там 18 тысяч, что ли, экземпляров. Почти как инженер он стоит. Но, ребята, он намного круче. Мне он намного больше нравится, чем инженер, ребят. Так, давайте так апгрейд. Все, апгрейднули с вами еще одного мы. Так, давай. Нет, все, я больше не могу ставить. К сожалению, придется мне сейчас продавать вот эти фермы, ребят. Давайте раз ферму продаем. Можно, кстати, давайте вот так вот сейчас поставим. Вот здесь вот. Щит, ребята, вот здесь вот. Давайте щитовод сейчас мы с вами вот здесь прокачаем. Мне кажется, все-таки он должен давать какую-то защиту. Вот так, смотрите, ребят, мы два щита поставили. И, по идее, они должны на себя брать, ребята, сначала. Ну, смотрите, это просто жесть. Закидывают, и они не могут пройти, ребят. Ну, посмотрите на это. 45-я волна. Так, мне надо будет еще сейчас продавать, получается. Давайте вот это вот продадим. Ну и можно поставить еще одного, ребят, шефа вот здесь. Давайте вот так сейчас шефа прокачаем. На максимум, кстати, почти на максимум я его прокачал. 46-я волна. Ну, щитоводцы, ребят, смотрите, вроде как делают свое дело, да? Вот у нас идет ученый. Вот у нас идут боссы 3.0, ребята. Я даже, кстати, не увидел, кто там у нас появился. А, вот он, лазерный, да? А нет, босс туалет 4.0 это был. Токсик-мутант тоже был, ребят. Так, тут у нас немножко проходит, да? Ну ладно, пофиг. Могу, кстати, еще одного поставить. Давайте мы с вами памкин-ферму одну продадим. И вот здесь сейчас поставим еще одного шефа, ребят. Бам-бам-бам-бам-бам. А, на максимум пока не могу прокачать. Так, я что-то новых скибиди-туалетов, ребят, не вижу. Я типа не ощущаю их вообще. Это, так, это у нас снова ученый пошел. Вот, 49-я волна, смотрите, вот здесь сейчас усыпляльщики у нас будут. Вот здесь сейчас усыпляльщики, и они будут, конечно, сейчас хорошо усыплять. Но я думаю, мы все равно с вами справимся. 49-я волна, без проблем, ребята, мы с вами ее проходим. И, наверное, ну, без проблем, да. Ну, вот я говорю, вот эти доходят сейчас, и в самой последней волне также, ребята, будет. А, вот лазеры, вот они пошли, да? Подожди, нет, это босс туалет 2. Так, подожди-ка, кто у нас тут? Вот эти, что ли, или кто-то? Кто новенький-то, ребят? Что-то я новеньких не видел. Так, тут у нас проходит, ну пусть проходит. Так, тут у нас УФОшник, джетпак. Вот, смол... Вот, Сайенс, ученый, ребят, с лазером. И он был? Вот, туалет 4.0 лазерный. Так, что-то я, ребят, не пойму. Возможно, просто на Инсейне они появились, может быть, тут нет? Тыкву знает, ребят, что-то я не знаю. Давайте мы с вами продадим еще одну тыковку и поставим вот здесь вот, ребята, мы с вами еще одного шефа на подмогу. И все, ребят, думаю, этого будет достаточно. Ну, конечно, мы тут можем вот так взять, продать и поставить еще одного. Я уже не знаю, сколько у меня тут шефов, ребят. Тут вон еще эта гигантская турки туалет нас усыпляет, но не поможет. Не поможет никакому туалету скибиди, ребята, справиться вот с этими всеми шефами. Шефы очень жесткие. Видите, смотрите, они пролетели. Но пока они долетят, сейчас у нас с этим гигант турки уже, смотрите, разобрались почти. То есть, единственный раз они вот до сюда дошли, ребят, до стенки, когда я ее увеличивал на максимум. Сейчас же, ребят, это просто жесть, смотрите. 18 минут, и мы с вами все изи, ребят. Очень просто мы с вами прошли. Если вам нравится, ребята, эта игра, обязательно пишите об этом в комментариях и напишите в комментариях, какой же у вас любимый юнит. Всем, ребят, пока-пока!